ВДНХ переедет в Венецию. Пресс-конференция, посвященная презентации проекта, который представит Россия на Венецианской архитектурной биеннале, прошла сегодня в Москве. В этом году главной темой экспозиции российского павильона станет ВДНХ. Выбор прокомментировал главный архитектор Москвы. Наша команда представляет, в общем, интересный, очень сложный, надо сказать, проект. Потому что ВДНХ площадка с большой историей, просто физически большая, и не только с историей, скажем так, создания, но и с историей, скажем так, перипетий судьбы. Экспозиция, посвященная как созданию ВДНХ, культурным ценностям, которые ВДНХ содержит, сегодняшнему дню ВДНХ, как это вообще просто физически выглядит, насколько это интересно и красиво, и, в общем, некому анализу того, что могло бы там быть, и представлению того, как сегодня ВДНХ как территория, такая лаборатория городская, на которой происходит интересный эксперимент. Венецианская архитектурная биеннале начнет свою работу 28 мая и продлится до конца ноября.